свидетельствуя против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили ничего против Него. Хотя много лжесвидетелей приходило и плевали Ему в лицо, и заушали Его. Другие же ударяли Его по лицу, говоря: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Взгляни, толпою окруженный злорадством, криком и враждой, идет Мессия осужденный, чтоб заслонить тебя собой. Толпа глумится и ликует над тем, что недоступно ей. То грех с пороком негодует, грех завладел умом людей. Его израненное тело, его истерзанная плоть, весь путь смирение проделав, спасение миру принесет. Вот Божий Сын дорогой крестной идет, страдания неся, чтоб этот путь путем воскресным стал для меня и для тебя. Законом. Прокурат, мы уже его осудили и приговорили к смерти. Но сам же ты знаешь, что вы, римляне, подняли у нас закон казнить смерть.